Маркли, отступай! Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Эта цифра непростая, у нее большой размах. Карту родины меняет, пятилеток твердый шаг. Как отличные ставят отметки тем, кто школьный учёт и сильны, так пятерки, пятилетки в дневнике родной страны. Так пятерки, пятилетки в дневнике родной страны. Комсомольского запала, люди крепкие, как сталь, а там урода Байкала потянули магистраль, где геологи были в разведке, новостроек огни зажжены. Пятилетки, пятилетки, мирный труд родной страны. Пятилетки, пятилетки, мирный труд родной страны. Готовы к новым стартам межпланетных кораблей. Покоряем грозный атом ради счастья на Земле. Пять лучей светят звезды на башнях, бьют часы у кремлевской стены. И светлей, чем день вчерашний, новый день родной страны. Пятилетки, пятилетки, новый день родной страны. Что значит короткое слово «БАМ»? Байкало-Амурская магистраль. По диким горам, по таежным местам ведет пятилетка десятая там сверкающих рельсов сталь. Посмотрим на будущую великую дорогу с вертолета. Просека, прорубленная сквозь тайгу, это и есть трасса БАМа. Вспомните эту просеку, когда подрастете и сядете в поезд, идущий от Байкала до Амура. Вспомните, как сюда без дорог спешили вездеходы, по только что проложенным дорогам шли могучие грузовики. А когда ваш поезд остановится на большой оживленной станции Звездный, вспомните этот поселок строителей. Суровые места. Но какие красивые! Поселок станет одним из многих городов на трассе БАМа. Да он уже прямо на наших глазах становится городом. Вспомните, как в лютый мороз путеукладчики стелили это железнодорожное полотно. Вспомните этих мужественных людей в касках строителей. БАМ — это тысячи километров стальных путей, уложенных в тайге на вечной мерзлоте, в тоннелях, пробитых сквозь горы. Эти рельсы дадут жизнь новым прекрасным городам, огромным заводам, рудникам, полям. БАМ — это еще и сотни вот таких мостов над таежными реками. Некоторые участки уже готовы, по ним идут первые поезда. Стройка века, так называют БАМ. А вам, друзья, из класса в класс шагать по пятилетке, и пусть сопровождают вас отличные отметки. Если у вас пятерка по химии, то вы знаете, достаточно опустить в насыщенный раствор затравку маленький кристаллик, и произойдет чудо природы – рост кристаллов. Но чтобы вырастить такой огромный однородный кристалл, надо знать гораздо больше. Прежде всего, нужно узнать, как в кристалле расположены атомы. Эти кристаллические решетки – схемы внутреннего строения разных кристаллов.
А узнав структуру кристалла, можно научиться его выращивать. Для каждого свой состав и концентрация раствора, своя точная температура. Изменится она хотя бы на сотую долю градуса, и все может быть испорчено. Приборы строго следят за тем, чтобы невидимки атомы становились на отведенные им места. За несколько месяцев в лаборатории выращивают такие кристаллы, какие в природе росли миллионы лет. И электроники, и оптики, и кибернетики очень нужны эти искусственные кристаллы. Чудо, созданное не природой, а наукой. Наукой, которая начинается со школьных знаний. Знак качества – почетный знак. Знак этот славный создан так. В нем буква «К» от слова «качество». Она чуть-чуть переиначится, чтоб стать точнейшими весами, как это видите вы сами. И окружает знак труда пятиконечная звезда. Эти электрические лампочки делают на отлично. И делают их в основном автоматы. Один из них выдувает колбы. Расплавленное стекло заливается в формы. Они закрываются, подается сжатый воздух, и через несколько секунд колбы готовы. Пока в одном цехе изготовляют колбы, в другом делают так называемую ножку лампы. В стеклянные трубочки пламя запаивает две проволочки, электроды. На электродах укрепляют фитилек лампочки, тонкую вольфрамовую нить. Ножки лампочек готовы. Автомат надевает на них колбы, выкачивает воздух и наполняет будущие лампочки специальным газом, чтобы они работали дольше. Осталось прикрепить цоколь. И все? Нет, не все. Теперь главное – экзамен. И особенно строгий для лампочек со знаком качества. Ведь только самым лучшим вещам присваивается этот почетный знак. Горят пятилетки десятой огни, дорогу тебе освещают они. Конечно, твои дети. Еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать. Но было бы желание, придут к тебе и знания, за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать».